Если ехать из совхоза «Россия», то остановку около лесенки в Южные культуры убрали. Остановка только вот здесь. Так что надо будет пройти чуть-чуть назад и по переходу перейти на другую сторону. И дальше идем вдоль деревни этой Южной культуры. И теперь идем вдоль дороги в сторону Адлера. Слева горка, на горке там деревня эта. Идти совсем недалеко. Вот мы и дошли. Вот она лесенка в Южные культуры. Раньше вот там на той стороне была автобусная остановка, а теперь только из Адлера останавливаются автобусы. Вот нам надо подняться по этой лесенке красивой. И мы в деревне Южной культуры. И идем к парку. Поднявши по лесенке, оказываемся на улице Красная Горка. Вот по ней идем до самого парка. В деревне свои достопримечательности. Одну из них сейчас я буду проходить мимо. Да. В итоге выходим вот на такую площадь, магазинчик закупиться продуктами, ну и вход в парк. Вот там раньше был вход в НИИ Южной культуре, или лаборатория там была. Интересные там растения продавали. Сейчас что там, не знаю. Висит объявление «Ремонт телевизоров» и все. А проходная Южных культур осталась на том же месте. Вот. Дендрологический парк Южные культуры. Да, парк разительно изменился. Порядок навели. Аллейку плитками вложили. Такая оригинальная белочка с довольно выразительной моськой. Thank you.
на старой территории, похоже, построили гостиницу какую-то. Потом пройдем, посмотрим. Ну и на аллейке стоит бюст основателю парка. Драчевский Даниил Васильевич. Идем дальше. В зарослях кипариса бережно сохранен памятник работникам совхоза «Южные культуры», погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Махровый гранат. Бутия головчата. Это пальма называется. Ну и масса роз. Лесенки, хочешь? Конечно, облагородили, дорожки проложили, здесь дорожки вообще не было. Да. Борисовик горохоплодный.
А вон яблочки растут. Вот звезда кавалера. Красивые цветы. Раньше с этой лестницы открывался красивый вид на парк, который плавно переходил в море. Теперь настроили домов, порт. Ну, конечно, перспектива ухудшилась. Но парк серьезно облагородили. Сейчас спустимся вниз к пруду. Спуск к прудам с одной стороны обрамляет бамбуковый лес. Весь уже исписан, естественно. Но приятный тенек дает. И здесь есть маленькие лавочки, как раз на двоих посидеть. Да, бамбуковый лес красивый, только сюда не пройдешь. А с другой стороны пальмы. Вот такая лесенка привела к нам, нас к прудам. Около прудов находится администрация парка Южной культуры. Место для кормления лебедей. Ну и сами лебеди, которые хлеб есть не хотят, но с удовольствием щиплют травку. А вон плывет черепашка. Ну и незаменимая форель. Сейчас попробую приблизить. Нет, похоже, карпы, а не форель. А вон черепашки плавают. Но в вазонах вокруг пруда наша любимая герань. А какие милые черепашки здесь плавают. Mm-hmm.
Форель плавает. И черепашки. Домик для уточек. Ну, не обходится здесь и без змей. Ползла к дорожке. Да. Что за рыба такая? Иди посмотри. А вот она, наверное, маленькая черепашечка. Не знаю. Большая. А вот большая. И большая здесь. А вот так красиво вообще. Рыбка. Где ребеночек маленький? Где ребеночек? Вот ребеночек, вот черепашка ребеночек. Это большая слишком. Где она? Маленькая. Ну куда-то уплыла маленькая. Мама, маленькая. Маленькая. Иди сюда, маленькая. Маленькая. Держи. Кормить. Я тебе. Да, маленькая. Мне вот это нравится. С красным. Мне тоже такой сон, да. Что будет. Вон там. Мам, помилуй. Посади меня. Нельзя сюда садиться. Нельзя, милаша, ты упадешь и не успеете там поймать. Ой, мама, она... Уточки. Половите уточки. Давай. Ой, мама, я ты-то наделала хлеба. Сколько рыб мы собрали? Покажи рыбы. Ну вот, что покажу, вот они. Постой, нам тоже это домик. Нет, не надо ее, я вам тех не могу выманить. Они там стоят под кустом.
большие тоже. Мама, я хочу хлеб. Все, покормила, да? Ничего хочу. Это... Не могу я. Яся, нельзя туда, Яся. Белый олеандр. Ой, ты смотри, какие два. Красавцы плывут. Это кормушка их, смотри, они кормушки.
Еще один маленький прудик. Очень милый и уютный. В окружении бамбуковой и кипарисовой рощицы. Лотосы. Там кто-то. А, это тоже сок. Кишка. Куда пойдем? С красной головкой. Здравствуйте. Где бы все встретили? Да, действительно. Ага, вы все снимаете. Красота. Это вообще. Ну, вот они парк мой удивительный. Мы были тогда, отстроили. Когда он был. Разруха полная. Разрушенный. Он, конечно, мы так довольны. Красота. А вот там ручки. Бамбуковые рощи чередуются с банановыми рощами. А вон гладиолусы на аллейке. Или это не гладиолус? Розовидный. Да? Вейгелла цветущая. Что за вейгелла? Вот эта вейгелла и есть цветущая. А вот это бархатцы. Вот такие они вырастают здесь. Вот такая декоративная картинка. Пальма в окружении бархатцев. Ну очень, не, красиво сделали, красиво. Вот еще один пруд. Это речушка, которая по центру текла. Красиво сделали. Вот розовый олеандр цветет. Герстремия индийская. Вот такое вот дерево. С отслаивающейся корой. И даже немножко цветет. Видно, уже отцвело.
палеандр. Здесь из одного куста целая роща леандровая. Там вон большой партер, фонтан, пергола. А мы подойдем к пруду. Господи. Бедные лебеди себя обдирают. Один пух летит только. Красивая сосна. Ну, это, конечно, не сосна, но что-то такое с шишками над лебедями. Смотрите. Ой, а это кто ко мне в гости пришел? Ну-ка, иди-ка сюда. С зелеными лапками. Лена, подойди тихо. Здравствуй. Ты пришел покушать к нам? А чё лапки у тебя такие зеленые? А? Привет. Ну, подходи, подходи. Видишь, Лен? Да, по лапкам уже как сад узнали. Да. Как же ты называешься, птица? Хотя бы на шейку название тебе повесили. Ну что, поплывешь? Нет? Здесь хлеба еще много. Ой! Прыгнул и упал. Не захотел со мной общаться. А, у тебя там дружба. Черепаха испугалась тебя и голову втянула под водой. Клен длани видный, дважды рассеченный. Есть что-то общее с кленом. Это вот эти вот вертолетики. Ну, гуляя по парку, здесь много кого можно встретить. Например, вот таких вот гусей. Точнее, не гусей, а лебедей. Но очень похоже. Здание плотины. Кстати, там тоже черепашки водят. Вон она, какая красавица выползла. И обратно уползла.
Вот это плотинка, которая пригождает речку и создает прудик, на котором мы сейчас были. За речку. Здесь более старая часть парка. Ну, наверное, здесь гостиницу настроили, да? Вот какие деревья, гиганты старинные. Тут и есть платан, наверное, да? Да. Мощное дерево. Вот, магнолия красивая. Да, видно, не сезон. В этом году что-то не цветет ничего. Здесь целая аллейка магнолий. Вот еще интересное растение. Но это не пальма, это к пальме пристроившаяся. Зельква. Раболистная. Старинное дерево, здоровое. Гигантское дерево. Вот с такими листиками она. Это столь распространенная здесь юбка. Другая юбка семейства лилей.
под сенью гигантских деревьев встречаются вот такие вот деревья с интересными стволами, все заплетенные между собой. Сейчас попробуем подойти к белочке, если она нас подпустит. Вон под кустиком сидит. С орешком во рту. Спустилась на землю, испугалась. Он нас сидит. Пошла орешку прятать. Ладно, не будем мешать и подсматривать, куда она его закопает. Такое болотное сосна. Вот такое чудо с длинными иголками. Жимолость душистейшая. Да, ее можно по стволу узнать. Многоплодник крупнолистый. Вот такой облезающий ствол. Вот с такими листиками. И вот прям посередине аллейки вот такое красивое дерево. Вот и известный всем тис. Вот его листики. Сейчас отойду, покажу. Вот тисовые листики. Вот такие висючки длинные.
Красная трава. Идем к выходу. Борис Грохонос. Клен длинновидный мы уже видели. Лаванда растет. Там она в таком состоянии была. Васильич все расцвело. Ну, вообще, я думал, в таком состоянии. Да? Так, значит, это правильно. Хватит, ну, что такое? Вот, что такое? Вот, что такое? Ага. Ну, у него лаванда чувствуется прям такая ухоженная. Здесь не мало полипает у меня. Ну, здесь, во-первых, может быть, Васильич стоит на самом солнце. Он в нее поливает и на солнце. Наверх, ну да. О, какая красивая елочка. С шишечками даже. Сосна величественная. О, это белый. Вот то, что цвело-то, да? Угу. Ну, как это называется? Красный. Красиво тычиночник. Зибора. Это называется красивая тычиночка зибора.
сосна, вея метовая. Кажется, и сосен еще целая куча наименований. Вот опять бюст основателю. И идем на выход. Красивая аллея из пальм.